Большая панда или бамбуковый медведь – очень редкое животное, ставшее эмблемой движения по спасению исчезающих видов. Хотя бамбуковый медведь относится к отряду хищных, основу его пищи составляют молодые побеги бамбука. За год взрослый зверь потребляет их около 4,5 тонн. Обитает в горных лесах центрального Китая на высоте от 2 до 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Большая панда объявлена национальным сокровищем Китая, где принят ряд мер, направленных на ее охрану. В частности, в местах ее обитания создано 12 крупных заповедников.